Птичий двор. Каменный стоит забор. Перед нами птичий двор. Дом добротный и большой, видим мы перед собой. Ключ в калитке повернем и тихонечко войдем. В гости к птицам мы пришли, что живут сейчас внутри. Словно бы надев сюртук, ходит по двору индюк. Важный и надменный он, словно выиграл миллион. Задержавшись на минутку, мы увидим маму-утку. Она ходит вдоль двора, а за нею детвора. Вот утенок небольшой, весь пушистенький такой. Он отвлекся и отстал, маму видеть перестал. Утка чувствует, беда, громко крикнет: «Кря-кря-кря!» Чтоб нашелся наш утенок, шаловливый, как песенок. Что за шум? Я не пойму. Кто кричит кукареку? Это славный петушок, ярко-красный гребешок. На заборе он сидит и пронзительно кричит. Будет курочек с утра, чтоб искали червяка. Яйцо, смотри, лежит. Кто в нем изнутри стучит? В скорлупе проход открылся, и цыпленок появился. Отец индюк, а мама утка. Ну а птица индоутка. Меньше индюка она, но как утка хороша. Пусть имеет странный вид, эта птица ведь гибрид. Человек их создает, чтоб быстрее был приплод. Трогать птицу не берусь, важно ходит белый гусь. Подойдешь к нему, шипит, сразу грозно сделав вид. Вот он к луже подошел, в воду нехотя вошел. Посмотри, уже плывет, за собой гусей зовет. Гусь, скажу вам, молодец, ведь отличный он пловец. Лапки, ласты у него, чтобы плавал хорошо. Не намокнет он в воде, пух его спасет везде. С ним, как в одеяле птица, и морозом не боится. Гуси часто ходят вместе, не сидят они на месте. Эту стайку пропусти, близко лишь не подходи. Посмотрели мы утят, индоуток и гусят. Видели и индюков, кур и даже петухов. Знаешь их теперь и ты, где и как живут они. Если снова их увидишь, верю в то, что не обидишь.